2230 плейлистов создано на моем канале на утро 13 июля 2024 года. И вот 13-го, это такое совпадение. Информацию об этом предоставил сам YouTube. И это, конечно, замечательно, потому что лично мне посчитать такое количество плейлистов, ну, практически уже невозможно. Поэтому хорошо, что у YouTube существует агрегатор, который обрабатывает данные и выдает уже готовую информацию. Это избавляет от множества хлопот, сберегает нервы, ну и естественно, я с радостью использую эти данные, эту информацию. Ну, сейчас, вот, к примеру, я снимаю вот это видео.